Уважаемые коллеги, Соединенные Штаты Америки продолжают политику санкций против суверенных государств, осуществляющих независимый курс во внешней и внутренней политике, в их числе Куба и Венесуэла, Иран и Сирия. Соединенные Штаты пытались вводить санкции против Китая за события на площади Тяньаньмэнь. Сегодня Вашингтон устраивает торговую войну с Пекином. США в 2004 году приняли акт о демократии в Беларуси, так начиналось санкционное давление в отношении Минска. Мишенью санкционной политики стала и Россия. Давление на нашу страну сопровождается разного рода нелепыми обвинениями. Что касается Кубы. Революция в этой стране победила в начале 1959 года. Страну возглавил Фидель Кастро. В правящих кругах США это восприняли тогда как очередной государственный переворот, что для Латинской Америки не редкость. Но благодушие быстро прошло, Куба встала на путь независимого развития, более того, стала союзником СССР. Вашингтон это не устроило. Первые санкции против Кубы были введены в 60-м году. В следующем году произошел разрыв дипломатических отношений. Таким образом, эмбарго в отношении Кубы, как форма экономического и политического давления, осуществляется вот уже 59 лет. Экономическая, торговая и финансовая блокада Соединенных Штатов против Кубы является самой несправедливой, самой жесткой и продолжительной системой односторонних санкций. Политика эмбарго наносит серьезный ущерб развитию страны. За время блокады Куба понесла убытки на сумму в 134,5 миллиарда долларов. Население страдает от невозможности приобретать целый ряд медикаментов и товаров первой необходимости. Да, изменения намечались. Будучи президентом США, Барак Обама встал на путь улучшения отношений двух стран, совершил визит на Кубу. Однако надежды на нормализацию отношений в итоге не оправдались. Дональд Трамп вернулся к жесткой линии. 16 июня прошлого года он утвердил меморандум по национальной безопасности об ужесточении политики США в отношении Кубы. В ноябре того же года Министерство финансов США, Министерство торговли и Госдеп выпустили новые предписания. Введены дополнительные ограничения для ориентированного на Кубу предпринимательского сектора США. Новые санкции привели к снижению числа поездок американцев на Кубу. Усилился экстерриториальный характер блокады. Все больше препятствий для развития отношений кубинских компаний с партнерами из разных стран. Ужесточение санкций заметно повлияло на международные финансово-кредитные отношения Кубы. В этом году только десятки банков в разных странах мира приостановили свои отношения с кубинскими компаниями и их филиалами за рубежом. Нет сомнений, блокада представляет собой массовое и системное нарушение прав человека в отношении всего кубинского населения. Правительство страны квалифицирует ее как акт геноцида в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и доказании за него. Блокада осуществляется, несмотря на то, что широкая общественность самих США и большинство государств-членов ООН требуют нормализации отношений. Устав ООН закрепляет неотъемлемое право государств выбирать политическую, экономическую, социальную и культурную систему. Именно это игнорирует Вашингтон. США ведут себя в духе холодной войны, вмешиваются во внутренние дела Кубы с целью смены политического режима. Позиция Гаваны известна, она готова к уважительному диалогу и сотрудничеству с США по всем вопросам, но она готова к этому только на определенных условиях, на вполне понятных условиях, на основе равенства, взаимности, уважения к суверенитету и независимости Кубы. В пользу отмены эмбарго не раз высказывались международные форумы, правительства и парламенты разных стран, общественные объединения. 26 раз Генеральная Ассамблея ООН принимала резолюции о необходимости прекращения блокады Республики Куба со стороны США. В прошлом году против такой резолюции голосовали только США и Израиль. 31 октября этого года вопрос будет рассмотрен вновь. Проект резолюции, осуждающий блокаду, вносится на 73-ю сессию Генассамблеи ООН. В этой связи и предлагается принять обращение Государственной Думы, которое адресовано самой Генассамблее, парламентам государств-членов ООН, международным парламентским организациям. Принятие обращения будет означать, что Государственная Дума призывает президента и Конгресс США к безоговорочному прекращению блокады, выступает против политики гегемонии и экспансии со стороны США, в защиту принципа суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела, отстаивает право народов на самоопределение, свободу международной торговли и международного судоходства. Эти основополагающие принципы закреплены в Уставе и других документах Организации Объединенных Наций.
Эмбарго в отношении Кубы, по оценке данной в проекте документа, дестабилизирует мировую обстановку, препятствует сотрудничеству между странами. США должны отказаться от порочной практики глобального диктата и одностороннего давления, встать на путь уважения норм международного права. Россия заинтересована в развитии российско-кубинских отношений. В обращении подчеркнута необходимость расширения межправительственного, межпарламентского, межпартийного и общественного взаимодействия. Надо сказать, что в конце текущего месяца в Гаване состоится заседание межправкомиссии, на котором будут рассмотрены различные вопросы двухстороннего сотрудничества. Это поможет дальнейшему сближению наших стран. Уважаемые коллеги, народ Кубы демонстрирует готовность отстаивать свободу и независимость вопреки всем лишениям. Он доказал, что способен противостоять любому внешнему давлению. Куба заслуживает в этой связи всемирного уважения и поддержки за готовность отстаивать право на свободный выбор своего будущего. Проект постановления, проект обращения рассмотрен Комитетом по международным делам, подготовлен он фракцией КПРФ, прошел документ, необходимое согласование в Государственной Думе, поддержан фракциями Министерства иностранных дел, также поддерживает инициативу принятия данного документа. Спасибо, Дмитрий Георгиевич. Коллеги, будут ли вопросы? Есть, включите режим записи на вопросы. Покажите список. Сидякин Александр Геннадьевич. Дмитрий Георгиевич, а вот подскажите, у нас на пленарном заседании мы никогда не рассматриваем заявления других парламентов, которые адресованы неопределенному кругу лиц. А как вот с нашими заявлениями, которые мы принимаем, которые инициируются вашим комитетом или комитетом Калашников, есть ли информация, как с ними работают парламенты, к которым мы обращаемся? Выносят ли они их на пленарные заседания, рассматривают ли их? Или это остается предметом изучения председателя соответствующего международного комитета? Вот мне это всегда интересовало, потому что мы тратим очень большое количество времени здесь на обсуждение, на доводы. Какая вот обратная реакция? Спасибо. Спасибо за вопрос. Что касается данного документа, то главным адресатом обращения является, как вы понимаете, Генеральная Ассамблея ООН. 31 числа вопрос будет рассматриваться, и обращение Государственной Думы, так же, как и обращение самой Кубы, Республики Куба и ряда других государств, будет учитываться при подготовке документа со стороны самой Генеральной Ассамблеи ООН. Все предыдущие документы принимались подавляющим большинством голосов. В позапрошлом году даже США только воздержались при голосовании.